тут тоже попроще. Ой, а вы не знаете, как запустить так, чтобы... В статистике, кажется, в мире каждая десятая вещь покупается для того, чтобы сделать контент в соцсетях. И есть, например, блогеры, которые постоянно вынуждены делать контент, и они заказывают вещи, они покупают вещи только ради фотографии, или они их берут в аренду. Почему бы, если вещь нужна только для фотографии, не примерить цифровую вещь? Мне кажется, это очень классная возможность сделать моду экологичнее. Я могу переключать вот так вот. О, мне кажется, тоже неплохо. Да, давай. Так. Угу. И дальше. И теперь по всем иди. Там весь шевелится. Я очень люблю делать какие-то интересные вещи, необычные, яркие, которые, наверное, я бы хотела увидеть и примерить на своих фотографиях, но я не собираюсь их шить вживую. Или какие-то просто свои идеи. Вот я утром нарисовала скетч и днем сделала, показала его в 3D и запостила вечером себе в Инстаграм. Я придумала его для своего бренда Фелика, и мне хотелось бы, чтобы было какое-то место, которое объединяло бы всех, потому что сейчас дизайнеры выкладывают свои вещи в Инстаграме, и у них разрозненные аккаунты. Наш лукбук цифровой. Мы сначала вышли на платформу цифровую, а потом уже запустили реальные продажи. То есть реальный лукбук, реальную одежду. Наш промо-план сейчас только начинается, поэтому нам очень интересно посмотреть, как это выглядит, как цифровая мода откликнется в молодежном сегменте уже сейчас. Так как это, ну, если честно, и тогда уже можно вышивать конкретно под этого человека. Это, наверное, действительно будущее. Пандемия сильно показала, насколько мы зависим от онлайн-мира теперь. И то, что многие люди переходят работать в онлайн. Блогеры, множество разных профессий полностью перешло в онлайн. И вместо того, чтобы захламлять свой гардероб или способствовать перепроизводству, люди осознанно выбирают тот лук, который им нравится, используют его в социальных сетях. И при этом не это все максимально экологично, максимально правильно относительно природы. Это вот наши одинаковые размеры получаются. Вот эти вот, например. Это у нас что? Сейчас. Люди в ближайшее время все равно будут любить реальную одежду, любить реальный фэшн. Но виртуальная одежда сейчас заявила о себе и дальше будет только все больше и больше заявлять. Ну, физические продукты, вот, модные индустрии, они, те, которые вызывают у меня интерес, они часто мне не по карману. И плюс я не вижу смысла приобретения вещей, которые, ну, вот это очень модно и интересно сейчас, а через пару лет это уже неинтересно.